В лаборатории спортивной медицины и физиологии Гераклеон началось изучение влияния кроссфита на работоспособность и состояние здоровья человека. До нагрузки спортсменам проводилась электрокардиография, эхокардиография, интегральный анализ гемодинамики на приборе Симона 111, а также биохимический анализ и анализ гормонального профиля крови. Первый этап большого эксперимента посвящен изучению работоспособности атлетов-кроссфитеров в лабораторных условиях, а также физиологии кроссфитера в процессе выполнения классических кроссфит-комплексов различной тренировочной направленности и их влияние на срочные и отдаленные реакции организма. Мы условно разделили классические кроссфит-комплексы на комплексы различной метаболической направленности. Атлетам предлагалось выполнять комплексы с соревновательной интенсивностью и на время. Атлет под номером 1 выполнял известный кроссфит-комплекс FREN, который характеризуется преимущественно гликолитической направленностью. Комплекс состоит из двух упражнений – трастеры с гантелями и подтягивания на кольцах. Выполняется комплекс по кругу по схеме 21, 15 и 9 повторений в каждом из упражнений соответственно. Спортсмену необходимо выполнить данный объем работы за минимальное время. В кроссфите считается, что данный комплекс развивает силовую выносливость. В процессе выполнения упражнений у спортсменов мы оценивали динамику электрокардиографии, состав и объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при помощи мобильного комплекса К4Б2 итальянской фирмы Космет. По окончанию работы выполнялось измерение концентрации лактата в капиллярной крови. Атлет под номером 2 выполнял кроссфит-комплекс аэробной направленности под названием «Синди». В этом комплексе спортсмену необходимо выполнять по кругу 3 упражнения в течение 15 минут. Упражнения, выполняемые в комплексе. 5 подтягиваний на кольцах, 10 отжиманий от пола и 15 приседаний. Задача комплекса – выполнить максимальное количество раундов или кругов за отведенный промежуток времени. По мнению разработчиков, данный комплекс направлен на развитие аэробных способностей или общей выносливости.
11.5. В принципе, может быть и так. Спортсмен под номером 3 выполнял еще один вариант кроссфит комплекса аэробной направленности, который называется «Кристина». В состав комплекса входят три упражнения. 500 метров гребли на гребном тренажере «Концепт 2», становая тяга на 12 повторений с весом, эквивалентным собственной массе испытуемого, и 21 прыжок на тумбу высотой 50 сантиметров. Спортсмену необходимо выполнить 3 раунда за минимальное время. Данный комплекс также считается аэробным и развивает одноименный компонент работоспособности кроссфитера. Да, 8.1. Спортсмен под номером 4 выполнял комплекс скоростно-силовой направленности. Упражнения данной группы также достаточно широко представлены в кроссфите. Согласно задачам комплекса, спортсмен должен был выполнять тягу толчковую с подрывом по 2 раза каждые 30 секунд в течение 8 минут. Вес отягощения составил 110 кг. Собственный вес атлета равен 75 кг. Как утверждают авторы методики, работа данного характера призвана совершенствовать аллоктатный механизм энергообеспечения. Можно отметить, что во всех представленных кроссфит-комплексах наблюдаются высокие значения частоты сердечных сокращений, легочной вентиляции, а также концентрации лактата в капиллярной крови. Капризный очень. 8,8. О! А что сказал? После выполнения кроссфит-комплексов у спортсменов брали кровь для биохимического анализа и анализа гормонального профиля.
Данные исследования проводились для оценки глубины метаболических и функциональных реакций организма спортсмена на нагрузку разной направленности. Ввиду того, что пик накопления некоторых физиологических маркеров наступает не сразу, подобное исследование повторялось еще раз через 24 часа. Также после нагрузки повторно проводилась батарея неинвазивных кардиологических исследований. Измерялось артериальное давление, проводилась электрокардиография, эхокардиография и интегральный анализ гемодинамики. И уже снять, усреднить, посмотреть. Ну вот пытаемся здесь что-то найти.